Долгожданная новость. На главной арене Ледового дворца в столице Чувашии залили первый лед. Оценить его съездила и наша съемочная группа. Основные строительные работы внутри дворца уже почти завершены. Первый слой льда толщиной в 1,5 сантиметра залили и заморозили за 3 дня вместо 5. Техника по созданию холода работает идеально. Оценить качество льда приехал министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников. Отличное ощущение в таком дворце, который частичку и своего труда вложил в создание этого. Это особое чувство, поверьте мне. Всем рекомендую встать на коньки, попробовать. Тем более, получается, мы с вами одни из первых, кто имеет возможность, очень счастливую возможность протестировать лед этого великолепного спортсооружения. В конце мая, начале июня ледовая арена будет готова полностью. Остаются последние, но очень важные штрихи. Построить главную входную лестницу, постелить асфальт и посадить деревья. С началом работы ледового дворца на тренировки и официальные игры в столицу начнет ездить новочебоксарская хоккейная команда «Сокол». Каждый наш спортсмен на такой арене хочет поиграть. И команда «Сокол», думаю, не исключение. Если бы хоккеисты уже сейчас вы даже увидели, они бы, наверное, бы не поехали бы в отпуск, уже бы начали здесь бы тренироваться. Лед превосходный, трибуны, атмосфера, воздух, дышится. Нет слов. Дворец откроет свои двери и для любителей прокатиться на коньках. Горожане очень этого ждут. Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика.